Вышла на улицу. У нас сегодня на улице воскресенье. Такая погодка в Брянске. Вот такая слякотная, такая дождливая. Смотрите, как снег полило водой. Прямо вот такой вот он. Лакированный прямо такой. Как лаком покрыли. Вот. Получила я посылочку от друга моего из Москвы, Артема. Сейчас вот покажу вам красоту. Да, что мне прислал. Подвигусь с вами. Ой, тепло вот сегодня. Удивительно тепло. И тепло на душе, и тепло на сердце. О, закрылась дверка. Опа. Вот, кругом лужи. Вода и лужи. Вот так, от зимы к весне. Вот так вот у нас такой климат в Брянске. То тепло у нас, то мы плавать можем уже на байдарках и каноэ. То снег по колено. Такая природа противоречивая. Вот. Иду вот по дорожке по аллее. Народу никого. Окна гирлянды уже люди повесили. Уже люди елочки купили новогодние. Вот. Ну, мы елочку именно покупаем. Ставим на Новый год сам. Вот, 31 числа. Сегодня иду. Смотрю, снежинки люди поклеили. Так красиво. И хочу тоже поклеить. Красоту сделать, если удастся. Не буду загадывать. Бывает как-то вот встаешь и ни до чего. Хочется просто отдохнуть. Полежать, отдохнуть. Вот. Отключила. Путь свою дорожку. Так вот. А вот там он. Гирляночка в окна. Мелькает, убегает. Огонек. К огоньку. Вот. Вся природа спит под покрывалом таким, под снежочком. Я уже жду весну. Мне так хочется весны. Мне так хочется тепла, света, солнца. Какой-то красоты хочется. Вот. Хочется красоты, тепла. Снежочки все смыло. Вот. Вот такой. Вот такая красота, капельки воды. Видите? Как красиво природа, как она уникальна. Каждый раз по-своему она хороша. Вот смотрите, как красиво. Красота. Маленькие бриллиантики такие. Брюлечки маленькие такие. Как же красиво. Ой, как красиво, прям так. Красиво. Вот часами могу любоваться. Вот не устаю. Это с детства. Вот такая любовь у меня природа с детства. От родителей моих. Все от родителей моих. От папы, мамы. Водите своих деток в лес, на природу. С малолетства прям приучайте к красоте. Удивляйте их. Удивляйте прекрасно, красиво. Смотрите. Снег. Вот дождь как пробил снежок. Прямо капли дождя пробили снежный покров и украсили его своим рисунком особенно. Ну, все спит у меня тут до весны. Все спит, заснуло. Вот. Вот такие сугробы на него. Красоту такую покрывала. Такие одеяла, прямо можно сказать. И вот тут вот стоят цветочки, которые я показывала. Вы знаете, все равно зеленые листики, гляньте. Уже мороз такой был. А страшенный мороз был просто. И вот и ветра лютые холодные. Все равно зелень. Вот ничего не делаем в природе. Вот вы представляете, вот откуда эти молодые побеги? Это ли не диво? Это ли не чудо? Люди говорят, время чудес прошло. Оглянись, какая жизнь.
она во все времена была в жизни. Она была удивительная жизнь. Даже, я думаю, на войне люди видят прекрасно. Даже погибая, человек обнимает землю и обнимает ее красоты своими руками, падая на нее. Ой, какая вот эта природа трогательная. И каждая капелька дождя, она драгоценна, бесценна просто. Любите, люди, жизнь. Дорожите жизнью своей, других людей. Любите друг друга. Любите, жалейте друг друга. Прощайте обиды, не будьте гордыми. Не гордитесь. Вот чем нам гордиться? Знаете, какие заслуги великие Господа перед нами, и Он же не возгордился вот так, а возлюбил нас всех, и за нас пошел на крест. Вот какой пример нам дан от Бога. Ну все, с вами была я, Леночка Желанкина. Город Брянск. Вот сегодня даже можно без шапки на улицу выходить совершенно. Хорошо на улице, прекрасно. Тепло, но моросит, дождь, но все равно. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, сердце одиночества печать. Та-та-та-та-да, осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, сердце одиночества печать. Та-да-да-да-да, осень жизни, как и осень года. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Вот. Любую непогоду, время года, надо благодарно принимать. Пока всем.